хозяйства республики приступили к сбору раннего картофеля. Урожайность второго хлеба в этом году превышает 230 центнеров с гектара. Наша съемочная группа посмотрела, как идет уборочная страда в Яльчикском районе. Свои каникулы они проводят с пользой. Кристина Волкова с одноклассниками выходит на сбор картофеля каждое лето, чтобы помочь родителям и заработать. На заработанные деньги мы покупаем вещи в школу, школьные материалы. И эта работа мне очень нравится. На этой работе машина не заменит людей. Чтобы не повредить тонкую кожуру корнеплода, его необходимо собирать руками. За день с поля увозят порядка 50 мешков картофеля. В хозяйстве в этом году рассчитывают получить большой урожай второго хлеба. 200 центнеров с гектара для аграриев не предел. Большим спросом пользуются элитные сорта картофеля. Продукцию реализуют и за пределы республики. Каждый год здесь изучают вкусы покупателей. Сейчас мы занимаемся уборкой картофеля без карлет. В данное время раньше убирали сорт импала, ранний сорт. Сейчас перешли на рескарлет. Импала белокожурный сорт, а рескарлет краснокожурный сорт. Ну, что покупатели спрашивают, мы стараемся выкапывать те сорта. Ну а в ближайшие дни в хозяйстве намерены приступить и к сбору позднего картофеля. Дмитрий Ковалев, Татьяна Раевская и Андрей Шоклев. Республика.